кому второе кому дают, ко мне подходить надо дежурным. Я буду ложить рыбу, хорошую рыбу, селедки и блины. Так, кому это? Это Фрося. Фрося, да? Подожди. Так, селедка. Блинчик. Да. Нет, третья. Подай что-нибудь воды. А кто блины стряпал сегодня? Моя мама, наверное. Тетя Валя, Нина Васильевна. Да. Валентина, моя сестра. Это Вики. Все же будет. Как много разговоров? Ей побольше, да. Она старается. Так, девочки, ешьте. Давайте поскорее подавайте им, а то они не успевают. Примерно сейчас пройдет, ляжете спать, чтобы на службу не дремать. Куда я, да? Я вот так чай без молока. А Соня? Чая нету. Есть молоко и компот, чая нету. Сонечки, даже. И Маша. И я, блин, и не знаю, чтоб хватило. Кому? Что? Ну подождите вы. Есть молоко. Где молоко там? Я так буду сам. А молока нету? Есть. А? Я говорю, молоко есть, никто не берет. Так вы молоко берите, они прощают ее, а вы молоко. Молоко проще. Налеем сразу молока. Они с молоком любят, да? Молока быстренько дать им. Молоко проще. Четвертое, блин, гречневая каша с каким-то подливом. Кому что? Ты будешь пить чай? Андрей, чай. У меня компот. Нету чая. А, компот. Не тоже. Ведру подай ее. Что мне компота? Андрею компота. Ведро молоко там наливай. Девочки, всем наливать молока. Всем? Всем. Всем молока. Всем молока. Молоко. Наливай молока. Всем молока. Да нет. Ешь молоко. Да Андрей психует, он не хочет молока пить. Сейчас у нас пост. Можем поставить что-нибудь. Вот Маша Кирка, видишь же молоко. Не психуй, Андрей. У меня аллергия на молоко. Да нет, он больше не хочет. Кому еще молоко? Молоко Нестору. Никите молока налейте.
думаю, что Маша молоко. Софье дали? Да, я ей дал сейчас только что. Где у тебя? На кусочек надо, из верующей семьи. Кусочек взял, чтобы съел потом его. Поехали, перейдем. Так, Степа, чтобы лазил вместе со всеми. Ни второго, ни третьего не давать. Пока первого не съел. Ну, Андрей, половину хотя бы сейчас выпей. Половину выпей. Ну, пей. Второй не дам. Всем дали почти. Тимофею сейчас даю. Чтобы рыбу дали. А Тигны, три молока не хочешь? Да, чаю. Чаю дать? Нет, компот. Мне тоже компот. Пожалуйста. А что там же молока не хочешь? Играйте, Тихонович, Тимошки. Давай, Тимофей. За Степу выпейте. Идем. Вон он. Тоже компот пью. Я после компота всегда пью молоко. Когда другой там сидит. Нашли игру какую, с Петей же сорвали. Еще блины есть. Еще блины есть? Да. Ну, так я даю. Потом на вечер. Это от тети Вали и от Нины Васильевны еще. Еще так по два блина давать? Давай. Сейчас раздавать его. Давай там полпорции снимаем. Скорее доедай. Руки об себя не вытирайте. Об траву. Это вот и два. Блин, ты съешь?
Европе. На стол блины не ложите. Зачем же вы кладете? Она масляная, все. На столе и пыль, может быть, все собираете. У вас блины вместо салфетки. Утирает стол. Аллилуйя.